зубале пуго, чата пале пуго, чорло майда на лата лодуну чал муго. Мука – это пшеничная и кукурузная мука в ровном количестве, один к одному. Поставить сыр. Сыр. Вот это местный наш. Оно превратится в масло. Видишь, сыр вот такой смочился. Вон еще я. Еще. Увидь меня же я хада глазутся, га? Ага, чтобы. И пекли точно такой консистенции у нее. Сыр, это кукурузная мука и мука. По вкусу. Соль по вкусу. Смешаем. Еще муку. Я видела, итальянцы тоже вот это блюдо вот так готовят. Огня надо поджечь. Да, да. А, вот, ну, держи. Дело сажу. Подгаривай. Коробочка тебе чеда. А, это не хочет. Я соль попробую. Абубакар. Абубакарович, да? Абубакару. Сейчас ее. Блюдо готово. Сейчас чади будем готовить. Будем лепить лепешки кукурузные. Смешаем соль. Четыре части. Это стоило. Вот. Сейчас я что украду. Спасибо. Ты не хочешь, давай. Твои лепешки я всегда хочу. Нужно много дров. И главное, кислород. Нет кислорода, нет огня. И забрала домой. Мы тоже давали, шутили мне там. Вот такой случай. Вот там наши люди ездили туда. Ну вот, да. Да, есть. Мяти бо цангей. Мягот. А? Цанги садибо. Чекматио. Каплаги кодо. Это перевод вот так. Сапоги внизу, а лягушка наверху. Всех вот прогонали лошадей. Ее нету. Уехала, селения нету.
как кукуруза. Такие, есть же такие сладкие печеньки? Или вода. Так, что давай, да. Ой, я вот здесь, ну, я здесь начала это сладкое. Типа процесс такой. Приготовление тонкого хлеба. Добавь, говорит, еще добавь, говорит. Да. А чем мы удивились, это погранзастав проверяли. Здесь не бывает в лесу. 8-12. Ну, уже переможно. Вот я всю жизнь мечтала попробовать эту кукурузу, очень вкусная. Медом тоже очень вкусно бывает. Hey, love me, baby.